Игровой портал Невасов.ру представляет лучшие игры недели. Невообзор. Всем привет, меня зовут Юля, и сегодня мы поговорим о важном для каждого человека моменте – об отдыхе. Как известно, лучший отпуск – это хорошо запланированный отпуск, или даже нет, хорошо отрепетированный. Поэтому в сегодняшнем обзоре будут игры, которые помогут вам в полной мере ощутить дух приключений и открытий. Для начала предлагаем All-Inclusive путешествие в параллельный мир. Ведьма в зеркале. Обзор игры представляют Иринка и Гематоген. Злая колдунья в поисках вечной молодости выслеживает и похищает детей с помощью волшебного зеркала. Заглянув в него, маленький мальчик попадает в параллельный мир. Чтобы пролить свет на темную историю похищения, нужно вместе с его мамой совершить путешествие в мир Зазеркалья. По дороге откроем секреты черной магии призрачного дворецкого, раздобудем говорящему дереву ожерелье и совершим полет на построенном дирижабле. Плавный переход от поиска предметов к мини-играм помогает проходить сказочно красивые локации. И пусть путь нелегок, такая важная миссия, как спасение детей, оправдает любые средства. В путешествиях немаловажны попутчики, особенно если у них не очень громоздкий багаж, а сами они падки на приключения и довольно спонтанные. С такими даже мрачный дождливый денек может обрести новые краски. Дрожь. Призрачный попутчик. Обзор игры представляют Ренни и Ромашка. Старая фотография, плюшевый мишка, промокшая от дождя попутчица. Какая трагедия заставила ее вернуться в давно заброшенный город? Словно декорации к фильму ужасов меняются перед нами экраны. Запертое кладбище, скрипучие лестницы, вороны на пожарной каланче. Чтобы добраться до истины, предстоит пройти долгий и опасный путь. Мост разрушен, но лодка еще держится на воде. Рояль соскучился по нотам, в сейфе спрятана важная улика. Пока вы бродите по окрестностям и ломаете голову над зловещими секретами, кто-то незримый будет заманивать в ловушки, подкидывать новые головоломки и загадки. Название игры полностью соответствует состоянию играющего. Не раз вас может охватить натуральная дрожь. Графика, озвучка и спецэффекты так затягивают в игру, что вы будете медлить, не решаясь зайти в часовню или спуститься в курган, где похоронено древнее зло. И все-таки, несмотря ни на что, это игра о человеческой доброте. Важной частью любого путешествия являются мужчины. Ну, знаете, сумки тяжелые поносить, с таксистами договориться. Лично мне нравятся мужчины умные и интересные. Поэтому я с удовольствием помогла Монике найти ее папу. Тем более, что про маму в этой игре, кажется, ничего особо не рассказывают. Летающий город. Перекрестки миров. Обзор игры представляют Гематоген и блондинка с мехмата. Отправляемся в неизведанные миры спасать отца главной героини. Так начинается не один десяток игр, но эту игру от них кое-что выгодно отличает. Во-первых, летающий город – это полноценный квест, где нам предоставлена абсолютная свобода действий. В мире роботов пороемся на свалках в поисках нужных вещей и угостим малышей конфетогайками в обмен на разрешение покопаться в песочнице. В речном мире познакомимся с зелеными человечками, а также соберем очень странные ингредиенты для зелья и вырастим карликовое дерево с помощью живой воды. Графика, хоть и не очень радует в начале, к концу игры заметно улучшается. Музыку иногда просто не замечаешь, так органично она растворяется в атмосфере того или иного мира. Результат – в какой-то момент перестаешь отрываться от монитора, пока не дойдешь до самого конца. Ну и самое главное перед отпуском – оставить побольше времени для себя, любимой. И для игр от Невасофт. Всем удачи и пока! Всем привет! Меня зовут Юля. Сегодня поговорим о важном в жизни. Так, тихо. Лучше. Еще раз все. Свет мой зеркальце, скажи! Не всегда приключения заканчиваются хорошо. Поэтому я... С удовольствием помогу. Тут я задумалась о мужчинах, и все, меня теряет. И самое главное перед отпуском – оставить побольше времени для себя, любимой, и для Игоря Кривософта. Всем удачи, я побежала. Невасофт. С игрой по жизни.